Найджел Марвин. Зоолог и специалист по общению с самыми опасными животными. Но это приключение – настоящее испытание на смелость. Он оставил позади безопасность 21 века и отправился в доисторическую эпоху. Его цель – посетить 7 самых смертельных морей всех времен и встретиться с самыми ужасными морскими существами, которые когда-либо жили на Земле. Пока что он исследовал 3 из них, и дальше будет только хуже. Он собирается встретиться с обладателем этих челюстей, а также с самой убийственной акулой в истории мира. Но только если он сможет выбраться из Девонского моря и уйти от панцирной рыбы под названием Дункулеостеус. Он снова плывет сюда, на этот раз очень быстро. Прогулки с морскими чудовищами.